Всем привет, с вами Альтер, вы находитесь на канале Чегер Аут, это реакция на... Это прослушка. Я думаю, вы в курсе, что такое Сан-Джунипера. Это городок в сериале «Черное зеркало». Есть такая серия, прям посвящена этому городку. Очень классная серия, если не смотрели, посмотрите. Вот, а теперь давайте слушать. Интро. Красиво. Скорее всего, это оттуда и диалог. Там две девушки. Классная серия. Вообще, «Черное зеркало» — супер сериал. С ума сойти, какой голос. Классная гитарка. Вспоминается такой старый добрый MD. Классно. С ума сойти. Вообще балдежно, балдежно. Очень красивая музыка и вокал. Сейчас будет прям вкусно. Вообще. Балдежная гитарка. С ума сойти. Класс. Ну вот этот трек я прям вообще... Не знаю, как альбом, но вот этот я себе точно добавлю. Падаем. Так. Слушайте, а там в серии несколько лет менялось. Ну, какие-то вроде 80-е были, будущее и так далее. Может, здесь тоже что-нибудь типа того будет? Тоже классная тема. Мне нравятся вот эти бриджи. Классная, классная музыка вообще. Ну, короче говоря, этот трек я себе тоже добавил. Где-то будильник. Ага. Kiss. Вот это уже более танцевальное сейчас будет, походу. Судя по звучку, такой синти-поп может будет. Диско. Так надо слушать. Что сказать? В принципе, то, что я и ожидал, особо не удивил. Прикольная гитарка и сам звучок. По вокалу, по сути, нечего сказать, все так же хорош. Повод. Классно, струны тут. Знакомый вот это. Ну, мотив. Музыка кайфовая. Особенно этот момент. И струны здесь, и сам бит. Блин, что мне это напоминает, а? Класс.
Опять же, по музыке все очень круто. Было бы больше такого. Клауд, падаем, и повод, пока залетели в плейлист. Эх, я думал сейчас, как развернется оркестр там. Окей, тепло. Скорее всего, я себе всю пластинку добавлю. Ох. Красота. Класс. Хор тут супер. Раз, по-моему, все было круто. Класс. Так, до завтра мы, по-моему, слушали. Да. Так, температура. Ну да, такое, короче. Какое-то диско синтепоповое звучание. 50 на 50, в общем, да? О, прикольно. Такая фанковая гитарочка. Балдежно, балдежно. Тоже добавлю сюда. Все из-за музыки, наверное, больше. Именно из-за гитарки и клавишных этих. Прям хочется танцевать. Последний трек SML. Что это значит? Сейчас, наверное, расшифруется. Закрывающий. Такая нежная, красивая песня. И сама музыка. Все гитарке благодаря и самому биту. Вот классная тема. Хорошее окончание альбома. Лайк. По сути, можно было добавить всю пластинку. Я так и сделаю. Но больше всего мне понравились, конечно, Cloud, Nine, Падаем, Повод и Тепло. Ну и температура. Вот. Хорошая пластинка, МД красавчик. Вырос в плане музыки, вокала. Чувствуется его рост. Очень красивые песни, красивые слова, красивая музыка. Прям как мне нравится в основном. Ну, парочку мне не зашли, конечно. И то, ну, чисто по музыке. А так, в общем и целом, классная пластинка. Какие понравились, больше всего сказал. Все, по сути, как вам, пишите в комментариях. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо всем за внимание. Всем пока. Check it out.